Shavkat Rakhimov, congratulations, and the new IBF Super Featherweight Champion of the World. Just tell us what this means to you. What's going through your head right now? Thank you. Шавкат, поздравляем, новоиспеченный чемпион мира, 59 килограмм. Что это, что ты чувствуешь, что это для тебя значит? Блин, я даже не знаю, как это, свои эмоции описать. Я знаю, что тяжелый труд все равно окупается, рано или поздно. Главное не сдаваться и идти к этому цели до конца, несмотря на взлеты, падения, травмы. Надо всегда верить, и обязательно эта мечта рано или поздно сбудется. Сегодня одна из моих целей, одна из моей мечты сбылась. Я стал новым чемпионом мира IBF, который долгие годы я шел, потому что я в 2019 году в Illumination выиграл африканца, и после этого было долгое затишье из-за коронавируса, из-за пандемии, потом... Долгий, простой. Подожди, я сейчас все не запомню. Difficult to remember. First Sorry. Of all, very, very difficult to subscribe, to express my emotions. As I always think and said, hard work, is always worth. So, and one of my dreams become true today. Wherever it falls down, you always has to follow your dream, because I win elimination fight in 2019, and then the COVID, all these things that when I get to this point only today. It was a very entertaining fight. You were on the canvas, Zelfa was on the canvas. How did you assess the fight and the challenge from Zelfa Barrett tonight? Это был очень развлекательный бой, если так можно сказать. Ты как это понять, развлекательный? Он захватывал, то есть это как он зрелищный был. Лучше зрелищным сказать, чем захватывающим. Да. То есть ты был на полу, Зелфа Барретт был... Я не был на полу, но как-то судья решил посчитать. А по судейским правилам, если взять, должны... Три части тела коснуться, у меня три части тела не коснулось. Они как так посчитали, я даже не почувствовал. Ну, ничего, назову это свою мотивацию, и вот я... Шавкат said that there is no knockdown in his for him, because he didn't touch the third point by the floor. So, but the referee see what he see, so... Вопрос был, как ты, то есть вот этот, встречный бой, как ты это вызов принял? То есть ты понял, что будет тяжело? Я никогда об этом не думаю, что будет легкая работа в ринге. Я знаю, что всегда будет тяжело, и мы всегда готовимся на все 12 раундов по максимуму, и мы готовимся по максимуму. И я знал, что он... Один из моментов все равно устанет, потому что такого давления его соперники никакие из них не давали. Пресс, постоянное давление. Я не шел назад, не работал вторым номером почти. If we're talking about Zelfa Barrett as a challenge, I take serious every opponent, and I'm always ready for 12 rounds. But the thing that Zelfa Barrett doesn't have any opponent like me, because who press him all the time, and you see that I didn't go step back. I always go forward and pushing him. Hi. В первую очередь хочу сказать хвала Всевышнему Аллаху, альхамдулилля. Спасибо моей команде, которые они меня подготовили на высшем уровне. Мы прошли очень длительный лагерь, и у нас была тяжелая работа, работа в парах была тяжелая, физподготовка. Всем моим тренерам, все, кто был рядом в моей команде, большое, огромное спасибо, что мы вместе проделали путь, и я это ощутил, и ради них, ради своей семьи, ради всего таджикского народа. И я добился, я думаю, что я первый чемпион мира среди таджиков стал. Да. И я уже в истории, и мне это очень приятно. Но в первую очередь спасибо большое, огромное спасибо Богу и спасибо моей команде. Они лучшие. Thanks to Almighty, thanks to my team, to every member that
we go through this way because the training camp was take a very long time, this is for my family. I believe that I'm the first world champion in boxing from Tajikistan, so probably I'm already in history. That's it. Well said, blimey, yeah. I can't speak now. One thing I do want to talk to you about is when you retain and you win a belt, you have to talk about what is next. We know that the next fight will be against Joe Cordina, who is sat just to our right. What do you think about Joe Cordina as a fighter, and will you go to Wales to fight him? Wales? Oh, okay. Мы все знаем, что твои следующие планы уже определены. Тебе нужно драться с Джо Кордино, и как ты его оцениваешь, и поедешь ли ты в Уэльс с ним драться, потому что он оттуда? Не, я не поеду. Мои условия, я чемпион. Мои условия будут, я заслужил этого, я имею право высказывать свои условия. Теперь я новый чемпион мира, а не Джо Кордино. А я ему желаю только быстрого выздоровления. Скоро увидимся. Наш бой неизбежен. Мы обязательно с ним увидимся. А что ты думаешь о нем как о сопернике? Очень достойный соперник. Нету никаких слабых сторон. Также агрессивный. Мы готовы на максимуме. Всегда готовы. Как говорится, рожденные готовы. First of all, I'm a new champion. There will be my conditions regarding where we're gonna fight with Joe Cordina. He doesn't have weaknesses at my point. You know, very aggressive, very good opponent. So I wish him the speedy recovery from his injury, and we'll see who the best. Max, thank you so much for all your help. We're just going to switch you out for Mr. Joe Cordina just to get a nice picture of the pair of these guys in frame together. Joe, if you could put that headset on for us. Joe, first question to you. What did you make of the fight tonight and Shavkat's performance? Yeah, it was a great fight. I thought Zafar started well, but he let Rakimov close him off. And then he got close to him and he fired away. And that's what I think changed when Zalfa was letting him close. That's when the tide started turning, and obviously he ended up stopping him. So yeah, it was a good fight though. He says you're a good fighter, you're aggressive. He doesn't see many weaknesses. What do you see when you look at Shavkat Rakhimov as a fighter? The same way. He's a good fighter. I've said it previously. He can fight. He can box. And you can you've seen he got a chin, and he can punch. So he's a dangerous fighter. But so am I. And I'm looking forward to sharing the ring with him. And when you look at that belt, you feel that belt is still yours. You never lost it in the boxing ring. How much do you want to win that back? Listen, we had a little thing. He was in the ring, I was outside. And we were going back and forth. His emotions running and obviously mine. I see the belt as in my head. That's my belt. I need to get that back. So that's the only reason why. But I respect him. He's a good fighter. And it'll happen very soon. See you soon. Yeah. Very soon. See you soon. We look forward to a great fight. Joe, Shavkat, congratulations. Well done, my man. Thank you, guys.